Всем хаюшки, с вами я, Александр, и это канал Aimbot, и у нас игру на Gate 6, и сегодня будем делать призывы, и сегодня будем надеяться, что нам повезет и выпадет какой-то классный, крутой, также персонаж, также герой. Вот, также, в принципе, я недавно делал призыв, и после чего мне выпал вот этот вот 4-звездочный боец. По именам я их, к сожалению, пока не помню, не выучил, не узнал, но если игра зайдет, я думаю, что, в принципе, с этим делом мы разберемся. Значит, также Саймон пошли, Симоны. Пойдем открывать. И нас встречает вот эта девица. Также можно посмотреть какой-то шоп здесь, но у меня ничегошечки здесь, в принципе, нету. То есть никаких у меня звездочек нету, где их добывать, пока я еще не знаю. Пока что я еще лузер. Лузер и не знаю, где что добывается. Также здесь, в принципе, кучу всего накидали мне энергии. Я столько не успеваю потратить, сколько мне ее дают здесь, в этой игре. То есть очень много, просто очень большое количество. Значит, поехали. Нажимаем первое, что здесь. И у нас, прежде всего, есть бесплатный призыв. Также здесь вот еще какие-то бесплатные есть всякие призывчики. Поехали. Ежедневный бесплатный тратим. Смотрим, что получаем. Девица, привет, привет, приветули, девчуля. Так, ну и что здесь? Ну, здесь, как обычно, наверное, да, ты мне дашь. Ай, какой-то ты поломанный. Какой-то ты поломанный. Ладушки, давайте сделаем бесплатно еще вот этот вот сундучок второй, который у нас есть. Окей, окей. Так, все, выходим отсюда. Не будем тратить свои бриллиантики, свои алмазы. Будем сейчас призывать по 10. По 10 у нас 2 есть призывчика. Поэтому поехали. Поехали, гарантированно здесь получаем трехзвездочную, но если повезет, может быть и кто-то еще будет другой. Будем надеяться. Первый призыв пошел. Первый призыв. Музычка, конечно, здесь такая зачетная. А нет никого четырехзвездочного, нету никогошечки. Я вижу только всего один трехзвездочный и все. Обидочка. Ну, давайте сделаем вот так, посмотрим вообще, кто у нас здесь делается. И напоследок мы посмотрим, кто у нас все-таки добавился трехзвездочный. Ну, печалька. Я уж понадеялся, что кто-то будет крутой, что кого-то мне дадут классного. Ну, нет же. Не дают мне никого классного. Рекса дают мне. Блин, какой же ты слюнявый. Вау, опять еще один такой же. Так, и трехзвездочный. Поехали, смотрим. Угу. Инфильтратор Наташа. Вот как-то вот так вот. Ну окей, не знаю, что за боец, поэтому посмотрим все дела, поближе взглянем на нем. Так, и у нас 900, я не знаю, 900 есть у меня, да, поэтому мы давайте сделаем еще 910, поехали. Ну дай же что-нибудь, дай же, игра, дай же мне что-нибудь интересное такого, прям классно. Я копил вот этих самоцветов очень-очень долго, в принципе, 900, прям тяжело копятся на самом деле, ну и поэтому будем надеяться, что... Но нет, два трехзвездочных, ни одного четырехзвездочного нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Девчуля, ты меня разочаровала. Ты мне дала не то, что я хотел. Я не то, что хотел. Если бы она дала бы мне 2 4-звездочных, это было бы вау, бы круто бы. Ну, 2 3-звездочных, ну да, пойдет. Потому что это лучше, чем один. Но, тем не менее, не то совсем не то. Да, Мишки Гами тоже со мной согласны. Вполне, говорится, мы с тобой согласны. Блин, у нее ноги дрожат, если что-то такого таскать на себе. Так, ну поехали, кто тут? Кто тут? Первый, поехали, кризис. Автоматион, Лектор. Но окей. А, это танкующий, в принципе, блин, ну клево, у меня нету никаких защищающих, поэтому только которого всем давали. Вот, поэтому это, в принципе, может быть, можно будет покачать. Вау, вот это уже интересно, вот это уже прикольненько, а вот это уже очень-очень-очень неплохо, вот это уже хороший, по-моему, играбельный персонаж, потому что я сколько смотрел, многие именно ей играют, потому что, скорее всего, что-то с ней не так, значит, она играет. Окей, давайте посмотрим, что перейдем и глянем, что-то здесь у нас загорелось. А, у нас 900 звездочек загорелось, вау, за призывчик, то, что мы потратили монетки, мы получили откат звездочками.
То есть мы можем в следующий раз когда-нибудь накопить что-нибудь и когда-нибудь что-нибудь открыть. 2-6 какой-то дроп там. Не знаю, что это такое. Кейс дроп 26 AMP Core. Не знаю, что такое. Не знаю. 2-4. Я с этим делом поразбираюсь, пока я ничего не буду тратить, пускай копится. В любом случае, в следующий раз, если что, мы это дело призовем еще. То есть мы не прощаемся, мы не последний раз здесь в игре. Так, у нас прибыли вот эти вот герои, которые никчемные двухзвездочные, также в составе Рекса вот этого, которого нам изначально давали. Вот, и давайте взглянем все-таки на тех трехзвездочных, которые нам выпали. Вот такая вот девица, вся в шрамах, такая немножко страшненькая, но она вот она. Блин, ну и голосок же у нее писклявый. Писклявый, ну базука у нее здоровая, просто здоровенная базука. Окей, кто еще здесь? Угу. А вот такой вот еще робот. По лайкосам здесь 4.2 стоит, здесь у нее 4.1, как-то не особо на самом деле. Я думаю, что у них, в принципе, по рейтингу все будет поинтересней. Так, и кто еще был трехзвездочный? Еще кто-то добавлялся в 3 звезды, меня игра не обманывала, еще кто-то был. А, вот она была. А вот у нее со звездочками, в принципе, все более-менее нормальное. То есть, ну, не со звездочками, а с лайкосиками, потому что, ну, реально, 4.7 это, в принципе, хороший показатель. Поэтому она, возможно, заслуживает какого-то особого определенного внимания. Вот. С характеристиками я еще посмотрю, поборюсь, попытаюсь поизучать их, что почем да как. И, в принципе, также добавились еще в сюжетке следующие у меня герои, если которых ты не видел. Это вот она. Вот это вот он. Да что ж с тобой, мужик, запарил, хватит. Уйди, надоел, все. Фух, прям реально что-то раскричался. Блин, демонстрирую себя. Вот, хорошо, давайте сделаем следующее. Давайте, наверное, по боевочке. Я сегодня ничего не буду делать. Потом мы взглянули на персонажей, которых мы получили. Боевку я сделаю там завтра, послезавтра. Возможно, в следующий раз я это дело запишу. Вот. Будем копить еще всякие алмазики, кристаллики. После чего мы тоже сделаем еще открытие. Вот как-то вот так вот. Здесь что-то вот здесь вот горит. Можно получить следующие самоцветы вот эти вот. И в принципе и все. Вот такое было видео, ребятки. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не забываем подписаться на канал. Кликнуть на колокольчик, поделиться видео с друзьями. На сегодня это все, ребятушки. Всем пока-пока.